Осторожно, зайцы в ноябрьске. И я не о попутчиках в автобусе. Ушастых стало так много, что они все чаще попадают на видео. Как этот пушистый ноябрянин. Герой ролика прискакал из тундры в поисках морковки. Либо ему стало скучно, и он решил найти себе двуногих друзей. Иначе что он потерял в городе? Заяц не из любителей позировать, поэтому, заметив камеру, быстро ускакал по своим делам. И все равно его можно назвать храбрецом. Не каждый ушастик осмелится разгуливать по городским улицам. Поэтому трусишка, зайка серенький – это точно не про него. Этот заяц украсил один двор, а другой преобразила клубничная клумба. Так может, это и она привлекла нашего предыдущего героя. Ноябрянин, который высадил эту вкусную грядку, переехал отсюда 2 года назад. До этого он решил озеленить всю территорию вокруг дома. И оставил после себя не только клубнику, но и рябину, смородину, лилии и землянику. Кому-кому, а его соседям точно повезло. Вот что значит уходить красиво. Построить дом всего за час. Легко. Коренные жители севера это подтвердят. Так в новопортовской тундре всего за 1,5 часа на пустом месте выросло, можно сказать, небольшое поселение. И каждому тут есть дело. И взрослым, и детям. Одни смотрят за грудничками, другие уже расставляют мебель в еще даже не построенном чуме. И самое удивительное, что ребята это делают даже не под страхом отключения интернета. Как говорится, родители меня поймут. Эта подборка создана при поддержке наших друзей Ямальского ЦУРа. До следующей пятницы.